Всем привет, сегодня поиграем в необычную метель. Я сделал текстурный мод. Резко стартуем. Ну, конечно же, за Лана. Сегодня работа немного затянулась. И вот смотрите, какая у нас метель. Все обновлено. Теперь здесь более приятно. Новые доски. Смотрите, здесь даже новый ковер. Сейчас будем по ходу все смотреть. Давайте искать молоток. Ух ты, кирка сразу есть. Вау. Календарь 2020 года. Новые щитки, видите, такие яркие проводочки. Можно все включать. Здесь тоже все обновил. Более новый металл. Дверь как в сауне. Кстати, такой же будет и засов. Молоточек оказался в редком месте. Веревка современная, фиолетово-синяя. Ее даже можно будет уронить. Смотрите, какую паутину сплел паук. С названием канала. У нас за окном уже не снег, а просто земля, которая не покрылась еще снегом. Здесь тоже топси, только перевернуто. Видимо, вниз головой работал. Давайте разбирать. Кстати, смотрите у нас какой есть главный прикол. Меня зовут Рот. Поняли? Спойлер. Некоторый. У нас жертвой был Рот предыдущий. Мы следующая жертва. Замотка сейчас идет. Нужно так, что мы сделаем? А, мы еще код не знаем. 53. 53, 80. Ух ты, нолик в конце, вау. Главное, что интересно. Заметил, что я вылезал. Что я вообще делал? 53, 80. Веревку я не скидывал. Может быть, скинем ближе к концу. Смотрите, маньяк в джинсах. Как вам такой внешний вид? Также оценивайте обязательно дополнение в комментариях. Его я расшарю в группе ВКонтакте в названии видео и в разделе ссылки. Так что можете уже играть и баловаться, как хотите. Что нам теперь нужно? Так, я забыл пароль. 5380. Так, панель, смотрите, здесь все новенькое, кнопочка тоже новенькая. Я не помню, чтобы у нас хоть раз пароль заканчивался на 0. Видите, циферки тоже новенькие. Смотрите, мы открыли дверь. Сейчас вы увидите плитку. Здесь еще некий подарок. У нас, оказывается, здесь кого-то маньяк заморозил. Как раз таки холодно на улице. Новая ванна белая. Зеленые шкафчики. Тут тоже паук сплел название канала. Это некая отсылка на создателя текстурного мода. Так, шпильки нет. Кстати, шпилька на чистой ванне будет более видна. Деревяшками новыми заколочены окна. Твою же мать. Отвертка оказалась. Ура. Надеюсь, мы с вами пройдем эту игру. Кусачки. Так, давайте перекусим и смотаемся. У нас просто времени мало. И веревку скинем. Скидывай. Скинули. Уже секунды пропали. Поняли прикол? Успел. Смотрите, веревка сброшена. Он, конечно же, ее заметит и ударит нас током. Эта веревка не могла упасть сама. Но она упала сама. И видишь, я же здесь сижу в клетке. Как ее мог скинуть? То есть, если веревка упала не сама, он винит меня, но я в закрытой клетке. Как он это-то может объяснить? Применим отмычку. У нас также новые кирпичи здесь. Да, на улице, конечно, жесткая метель. Бочку переделал. Раньше она была зеленая. Сейчас видно, она ржаво-серая. У нас нет лома. Дверь открываем. Сейчас будем смотреть, что у нас под раковиной находится. Самое интересное, что же у нас находится за каменной стеной. Это главная загадка игры. Что ж там за Рот? Раньше был Макс. Сейчас это Рот. Откидываем. Так, но у нас нет кирки, потому что мы еще не достали рукоятку. 20-й год. Здесь написано календарь 13-го. Нас всех перехитрили. То есть сейчас здесь будет засов. Твою же мать. Смотрите, кто здесь. Здесь у нас мороженщик сидит. Он был первой жертвой маньяка. Как вам такой прикол? Это реально мороженщик из айскрим. Быстро сматываемся, у нас мало времени. 9, 8. Быстро, смотрите, дверь закрыть. 5, 4, 3, 2.
успел, на тоненького. Вот он в джинсах к нам подходит. Максимально близко. Вот это да. У него просто куча волос теперь красных. Также попадемся сегодня маньяку. Погоди. Видимо, показалось. Смотрите, какой у нас сейчас будет засов. Из таких же дозочек состоит, как и основная дверь. Открываем дверь. Он нам принес специальный ключ. Засов уже стоит, можем в принципе вызвать лифт. Но можно получше посмотреть на мороженчик. Смотрите, он аж с открытым ртом здесь лежит. Вот такой мороженчик. Здесь также паук сплел паутину с названием канала. Она аж в стену уходит. Все обновлено. Игра совершенно преобразилась. Так, ну давайте уезжать тогда. А потом еще раз зайдем и посмотрим, как нас маньяк ловит. Подъем напряжения. Врубай лифт. Твою же мать. Там шумит мистер Мид. Интересный подарочек это то, что здесь человек замурован, считаете. То есть мы сейчас Адель никак не сможем открыть, потому что мы потратили отмычку. Вот там уже ломится гад. Давайте сразу уедем. Нужен рычаг. Мороженщик пока. Сейчас пойдем к земле. Очень необычный вид будет, потому что раньше был снег, а сейчас там земля. Смотрите название канала. Мы прям через него проходим. Вау. Там Адель. Новые досочки. Но Адель мы еще видеть не можем. Смотрите, ну конечно они развернуты, а если вот так, то все супер. Паук молодец, видите, он смотрит мой канал. Так как это Человек-паук. И мы с вами выходим. Мы выходим на землю. Ну-ка. Все, мы прошли. 9.23. Продолжить. Начать игру, и сейчас мы с вами попробуем попасться маньяку. Я вам покажу, что у него красные глаза. Просто разобьем. Нужно стекло. Так. Молотка нет. Кусачки. Что я вообще мог не показать вам? Нет. Нет. Нужно поскорее вернуться в клетку. Сейчас просто ждем маньяка. Так, где он нас мог не поймать? На стуле? Нет, он везде нас поймает. Просто от него побежим. Сейчас, смотрите, от него побежим. Ах, попался! Вот, красные глаза, жесть. Настоящий демон. Мы сегодня с вами посмотрели новый текстурный мод на метель. Его вы сможете скачать в группе ВКонтакте в названии видео, либо в разделе ссылки. Гайд по скачиванию закреплен первым сообщением в группе ВКонтакте. Всем спасибо за просмотр, оцените видео лайками. В комментариях делитесь вашим мнением по текстурному моду. Подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.